Coffee. Такая старорежимная на сетке. 27 октября идем снимать паровозы на Малом кольце окружной дороги. 2013 год, пасмурно. Очень хорошая паровозная погода. Сегодня электропоезд пойдет по необычному расписанию. Где-то 10:30 их начало экскурсии на Рижском вокзале. Примерно через час или через полтора они отправятся до станции Серебряный Бор. Там сменит направление движения, поедут по часовой стрелке до станции Канатчикова. И в 14:09 прибудут на Павелецкий вокзал. То есть здесь они будут примерно за полчаса до прибытия, плюс-минус 20 минут. То есть через полчаса после сейчас. Потом на Павелецком вокзале они будут стоять всего 25 минут и поедут обратно. Поэтому сейчас мы снимем его тут, потом поедем на Павелецкий вокзал, попробуем снять его прибытие, и потом поедем на станцию метро «Шоссе энтузиастов» и поймаем его на станции Лефортово. А сейчас думаем, где его снять, на Автозаводской. Я не знаю, во сколько точно паровоз пойдет, потому что точное расписание проследования его по промежуточным станциям у меня нет. Сколько народ на нем каталось, тоже его нигде не публиковало. Поэтому предположим, что он тут пойдет в 13:30. Если тут дырка. Идет! Снимаем. Идем на метро на Павелецкий вокзал.
Вытаскивая из бежа охранников и ментов, следуем с Павелецкого вокзала на станцию Лефортово, на метро до станции шоссе энтузиастов. Из этого перехода, вероятно, будет сделан выход к пригородным поездам Малого Кольца. Перестроенная станция Лефортово, у этих красных домиков 2 недели назад можно было выйти на пути. Кстати, вот те красные домики, они были построены в прошлом году. А, это современная построена. Да. Так, паровоз пойдет вот по тому пути. Едет тепловоз, его видно не будет. Надо срочно искать другое место. Вот смотри, по-моему, там дальше, вот там вот, я не знаю, можно ли там забраться, там может быть забор. Вот, значит, можно пойти вот за углы направо и снять просто паровоз сбоку на большом зуме. Будет паровоз с дымом. Ну давай, давай так и снимем. По-моему, уже просто уже, по-моему, ехать. Да, в другое место ехать можно уже не успеть. Тем более я не знаю куда. Уходим направо, метров на 500. А, вот подземный переход. А, тут, наверное, строят поворот автомобильной эстакады налево. На шоссе энтузиастов пора большой перестройки. Совершенно случайно тут нашелся пешеходный мост. Возможно, с него будет хороший вид на паровоз в бок. Место не очень. Попробуем залезть на железнодорожную насыпь. Вот там на углу насыпи находилась путевая казарма, которую я не снимал, потому что не хотел лазить в то место. Да, попробуем пройти поближе. Да, попробуем пройти вот сюда. Вот эта казарма, вот она снесена. А вот тут видно, что этих домиков красных нету. Они новодельные. Видно вот это вот это вокзал. Это старые домики. А тут двух не хватает. На важной городской магистрали неожиданно кончился тротуар. Может быть, тут можно эвакуироваться с этой магистрали. Идеально было бы уйти по путям туда дальше, чтобы не палиться. Ну, в принципе, да. Да, вот тут пойдут электрички.
Ну да, нормально, давай. Так, давай отойдем куда-нибудь, чтобы нас не было особенно заметно с автострады. И будем ждать провоза. Из 14-й. Другой, 214 маршрут. И это... А, нет, тот. Что-то он не там поехал. А, это он, наверное... А, это, наверное, вот так вот поехал, да? А, точно. Здесь я там будет... Здесь вопрос будет сейчас. А, мы тут, наверное, развернемся оттянутым разворотом. Вот так. Вот тут вот... А, вот проезжаем кулинарию, которую Мишка любит. Ага. Вот тут целый советский такой торговый ряд. Да, разворачиваемся. А едем по удалению за... Уехал на Семеновскую. Сейчас поедем за ним в догонку, если не путаю, и снимем, и по-любому мы поймаем на обратном пути. По Южному Измайлову гоняем, встраиваем автобусную ретро-гонку. Окей, ну уйди.
Ну, смотри, они поворачивают.